На встречу со студентами Московской государственной академии физической культуры приехал российский спортсмен Юрий Барзаковский. Легкоатлет часто встречается с молодежью, но эта встреча для него особенная. Почему, узнаете из нашего сюжета. Юрия Барзаковского никто не называет здесь гостем. Для него Академия физической культуры в Малаховке – альма-матер. Первый курс я полноценно отучился, как положено. Потом, когда я начал показывать высокий результат, у меня был индивидуальный график. И я просто готовился к определенной сдаче определенных экзаменов в свободное время, в связи с свободным графиком, и приходил и сдавал. В 16 лет Юрий выиграл первенство страны по легкой атлетике. Это был первый шаг к будущей карьере. В 99 году я впервые вышел на такой серьезный высокий уровень. Это был Кубок Европы среди взрослых. Уже будучи 18-летним мальчишкой, мне удалось выиграть у мэтров европейской легкой атлетики. И дальше я поставил с собой цель Олимпийские игры и целенаправленно шел к ней. Чтобы победить в 2004 году в Олимпиаде в Афинах, спортсмен подготовился и физически, и психологически. Но перед стартом чувство тревоги все равно испытывал. Я на самом деле где-то месяц не верил, что я выиграл Олимпийские игры. Но потом, понимая, что происходит вокруг, пришлось в это поверить, потому что это была моя мечта. Но дальше понимал, что да, все, я выиграл, все здорово, но нужно положить эту книгу на полку и идти к следующей. Юрий Барзаковский вспомнил о ежедневных тренировках Малаховки и работе главным тренером сборной России по легкой атлетике. А на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине спортсмен будет болеть за российских фигуристов, лыжников и хоккеистов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.